Всем привет! Для тех, кто не в курсе, то вы попали на канал CryHobby. Здесь я леплю из пластилина. Сегодня я приготовил мини-ролик, в котором слеплю миниатюру по игре «Очень маленькие кошмары». Ставь лайк и подпишись. Приятного просмотра дальше. Также я вставил ваши комментарии в видео. Кстати, кто не знает, то у меня есть свой инстаграм. Если хотите узнавать первыми о моих видео, то переходите по ссылке в описании. Помимо инстаграма у меня есть и тикток аккаунт. Там я начал недавно постить видео регулярно. Если хотите меня поддержать, то я оставлю ссылку в описании, можете перейти и подписаться. Ну а тем временем я слепил пол и обычным стеком нарисовал доски. Теперь, сняв запчасть от ручки, хочу слепить коробку и длиннорука вовнутри, а точнее длиннорукий, как он вышел оттуда. Те, кто следят за моим каналом, знают, что я уже лепил Мона и шестую, слепого уборщика, также интересную диораму. Оно вам очень понравилось. И в прошлом видео я слепил еще одну красивую диораму. Если вы не видели лепку этих фигурок и диорам, то я оставлю ссылку в описании, можете перейти посмотреть. Не пожалейте, видео очень крутые. Ну а если у тебя есть идея, то можешь написать ее в комментариях. Я обязательно прочитаю и заценю твою идею, а возможно и сделаю видео по ней. Тем временем, пока болтал, уже начал лепить голову уборщика. Ребят, он очень маленький. Если не получится круто, строго не судите. Чем меньше фигурка, тем сложнее ее лепить. Каждый ютубер знает это, а точнее каждый лепщик. Слепил повязку на глазах, теперь леплю шапку. Уборщик готов. Осталось его прикрепить к основе. Вот так все это выглядит. Из серых квадратиков хочу слепить коробку. Теперь хочу слепить шестую. Не буду много болтать, шестую слепить очень просто. Я лепил ее очень много раз. Ставлю шестую на свое место, и наша миниатюра готова. Миниатюра по игре «Очень маленькие кошмары». Ребят, спасибо вам за просмотр. Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на мой инстаграм и тикток, также ютуб. Спасибо за поддержку. Ну а с вами был Влад. Мне пора. Всем удачи и пока.